I think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня с вами продолжение трешечка. Наконец-то. Это единственный, наверное, знаете, шарик, который я собирал очень-очень долго. И собирал полностью. Я имею в виду обмен. Сейчас мы с вами сделаем обмен последних ресурсов. Так, что-то я начал сливаться. Тащи, розочка. Ну, живи. Главное, чтобы Фрея не пробивала. Отлично. Посмотрите на розу. Это просто песня, ребят. Роза тащит. Сейчас еще раз включится. На арене вообще просто пушка. Когда я мог мечтать, что я буду без донатом бегать против таких составов? Считайте, Огник у нас 30-го прорыва. Конечно, нету Фреи. Очень хочу еще на этот аккаунт Фреи. Ну, Космо, Феникс, это само собой. Я думаю, скоро мы их здесь вытащим. Столько карт открывается. Так, сейчас, наверное, сольемся. Давайте на этого нападем. Да, тут сейчас будет слив. Зефир против нас. Но мой Огник держится. Вообще изи держится. Против Зефирова и прочего. Вообще отличный результат. Так, давайте сделаем обмен. Сменку точнее. У меня еще 4 попытки есть. И мы заберем сегодня с вами последний шарик. Последний обмен, точнее, шарик. Ну и шарик. Мне надо будет еще слизней забрать, зайти. Я не знаю, на остальные расходники вряд ли мне хватит. Может, еще дособираю до конца дня плюшки, если повезет. Блин, я уже в топ-1000 залетел. Пипец. Сейчас землеройка нас просто тупо шатанет. Без варика. Ну, нет, без варианта. Феникс, Фрея, Роза, Молчанка, Недомогание. Да, тут противники уже посерьезнее идут. Ничего не сделаешь. Можно было бы, конечно, в принципе, подождать. Да, тут без варика. Так, хорошо, что у меня по итемах. Поехали, посмотрим. 61. А, у нас же... Блин, я думаю, что за фигня? У нас же две коробки. Зачем я 60? Я что-то думал, что 3. Я вчера, кстати, у Андрюхи, когда выбивал героя, я вытащил 3 коробки. Вот этих вот новых. Он потом после этого пошел к пыльцу, все слил. В итоге он вытащил за около 5000 пыли, ребят, одну коробку. Одну коробку, Карл. Вот такую вот коробку. Одну. За 5000 пыли. Это просто какой-то дикий трэш, реально. Мы вот на бездонатике, ребят, изи просто собираем. Смотрите, какие плюхи. Ну, кулаки я не знаю. Хотя, в принципе, я думаю, я, может, и успею кулаки собрать. В итоге, вот, пожалуйста, на бездонате на немецком сервере есть возможность. Конечно, я больше чем уверен, что нам сейчас упадет Берсерк. Осколков 10. Новый юро, я даже на него не надеюсь. Либо скин. Поехали, откроем. И пойдем проходить битву гильдий. Я говорил, берсерк. И еще раз берсерк. И скин на берсерка. 10 штук. В общем, начало берсерка есть. Так. Ой. Надо забирать 300 самого. Идем
сделаем первый тест. Живо. Первый тест нашего героя в боевых условиях. Так, надо будет еще обмены поделать. Докачать нашего огника все-таки. Так, а ну, кстати, чего на нем сейчас делается? 29-й прорыв. Ну, почти, ребят, смотрите. 29,4. Идем на финишную прямую до 30-го прорыва. Но я по-любому буду его докачивать до максималки. Других вариантов нет. А, так, также у нас календарик есть. Это я пропустил. Забрали. Отлично. Отличненько. Так, обмены сделали, надо почистить немножко склад. Блин, этих воодушевлений, я уже не знаю, что с ними делать, реально. Это просто какой-то трэш, одни воодушки падают на аккаунт. Так, ну что, с этим мы разобрались, поехали. Сейчас еще позабираю плюхи, идем с вами тестить. На немецком, кстати, посмотрите на вот эти вот плюхи. И сравните с вашими серваками, здесь до сих пор дают возможность собрать каких-то донатных героев. Ну, конечно, шанс, как обычно, давайте... О, у меня, кстати, пыль есть, давайте ее потратим. Вот, пожалуйста, сумочка лисицы, ребят. Изи просто. Нормально я камней натащил. Вот это вот называется без донат. 800 камней, блин. Офигеть. Сумочка... Плюс один осколок. Но лучше так, чем вообще никак. Такс. Что у нас еще интересного есть? А, пират есть. Поехали. О, нифига себе, новый пират. Офигеть. Сумки Огника вторые. Ну, так же, как и было. Скин на Фрею и пепельная Матрона. Довольно-таки, скажу вам, неплохо. Так, хорошо, с этим всем мы разобрались. Поехали, попробуем. Я так бариком сейчас попробую битву гильдии пройти. Так, мы на первом месте. Нормально, ребята шпарят. Так, надо уже менять правила. Ребят нормально хочет залететь в гильдию. Будем постепенно кикать тех, кто не проходит битву гильдии, кто халявит. Потому что они халявят и не развиваются. Ого, нифига себе, противники 800. 700. 600. 400. Ну, я тут вряд ли что-то сделаю. Хотя, в принципе, нет, тут 30-е прорывы, куда? Куда? Без варианта, это я что-то уже так. Давайте 300-ок посмотрим. Надо, кстати, надо землеройку взять. Место Махатмы. У меня землеройка новая, кстати, ребят. Обновленная версия, вот такая вот ремочка. Сейчас мы переиграем. Живы у меня, к сожалению, нету. А было бы довольно-таки неплохо. Так, отлично. Делаем вот так, вот так, вот так. Вот так. И поехали. Поехали на битву гильдий. Сейчас будем 300-ок разваливать. Но это не точно.
И не всех. Ну, этого, я думаю, мы должны развалить. Надо было немножко с другой стороны залететь. Нету Фрейи, к сожалению. Так, все, землеройка отлетел. Не, не варик. Хотя, в принципе, что не варик. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем затянуть вот так вот. Молчаночку накинуть. Ворожай слился. Да, Фрейку бы сюда под землеройку вообще была бы песня, честно скажу. Фрейка бы вообще тащила. Так, что у меня там остался вольт, смотрю. А, там Фрейя есть. Блин, давайте переиграем, давайте попробуем по-другому. Попробуем вытащить. Если получится, конечно. Может, такой вариант прокатит? Все-таки, как-никак, у нас 30-й. 30-й огник, если он сейчас ударит, он должен их нормально шатануть. А потом закинем землеройку, вот то, о чем я говорил, на Фрейя. И должна изи разобраться Фрейя тогда. Ну, по крайней мере, я так думаю. Это не точно. Так, хладные нам мешают, да? Да, хладный мешает. Надо подождать, чтобы он ударил. Давай, заряжайся. Бей. Блин, чуть-чуть не хватило. Все, землеройку просрали. Чуть-чуть совсем не хватило. Изи, ребят, посмотрите на вот это. Как вам такая битва гильдий? Вот это трэш. Вот теперь без доната можно бегать. Ну, по крайней мере, топов пару раз сильнее. По силе себя убивать. Конечно, была бы Фрейя, было бы еще веселей. Можно было бы на самых топовых залетать. Такс. Поехали, следующего еще попробуем. Такс. Блин, тут разобрали всех моих. Надо опять же стартовать с огника. Ну, я считаю, его разгребает. Прям Фрейя разгребает. Пробуем еще разок. Так, дали молчанку. А, там ворожей. Ну, чуть-чуть. Хорош. Осталось только Фрейя. Изи. Ну, я не знаю, потратить 40 самоцветов ради того, чтобы набить. Почему бы и нет. В общем, топы разгребаются, ребят, благодаря огнику. Ну, топы относительно, вы скажете, это ж не топы. А топы относительно моего аккаунта просто на изи. Так, отлично. Ну, смотрите, вообще люто. Это, конечно, как повезет. В основном я не знаю, почему на 300 силы у них до сих пор нету огников.
Как-то очень все странно, как по мне. Ну, нету-то и нету. Мне же проще будет. Так, ну что, шанс слива максимальный, ребят. Поднапряглись. Ай-яй-яй, там Фрейя осталась. Но я думаю, Огник должен ее разобрать. По крайней мере, у меня Огник специально сделан с недомоганием. Даже если там будет какой-то отхил, вот суперпэт, мы должны тащить. Мы должны просто шатать. Так оно и есть. А вот вам новый уровень битвы гильдии для моего без доната. Прокачал одного героя, полгода копил ресурсы, но выхлоп, как видите, вообще офигенный просто. Да, итог, конечно, классный. Мне нравится. Не зря влил ресурсы. Так, пробуем. Тут уже 270. Ну, теперь планка у нас 300+. Так, культист. Нет, этого мы не затащим. 23. Я смотрю, тут не у всех еще и огники прокачаны. На 30-е прорывы. Ну, там, где 500+, там бессмысленно, наверное, вообще нападать. Попробовать можно, но у меня питомцев нету. Тут зефир вообще стоит. Так, ищем здесь. Нету огника, да ладно. Ух, я тут такой составе тоже смотрю, что Фрейя. Блин, опасно, конечно, я так нападаю. Но, в принципе, должны затащить. Я надеюсь. Жалко, что у меня нету ремочек. Так, Махат мы ушатали, красавчики. Осталось малость, осталось только разобрать Фрейю. Фрейя 13-й скилл. Ну, в принципе, мы тут нормально идем. Изи. Просто супер, ребят. Вот что значит огник. И по времени, в принципе, по таймингу я успеваю ушатать без проблем. Такс. Что, нам остался еще один? Нифига себе, как мы долго ратушу бьем. Да, это даже вам не Фрейя. Фрейя тоже классная, но мне что-то им больше нравится, нежели на сардельке проходить. Я топов сейчас более серьезных ушатываю с ним. Фрейя так не сможет. Попробуем слиться. Не, этого вряд ли я зафигачу. Там и землеройка. Даже я, если я первый попробую, вряд ли. Там и огник. И бигфут. Не будем рисковать. В общем, цель 300+, я считаю, выполнено.
Так, пробуем здесь кого-то шатануть. Так, сейчас Космо нам купол кинет. Что я тупанул, всех в купол выкинул. Так, ну тут огник 10. В принципе, он не особо страшный. Ну, интересно. Интересно, чей огник круче. Смотрите, как Фобушка нас обрабатывает жестко. Блин, поспешил я юнитов всех закинуть. Видите, точности не хватает, мисуем очень часто. Ну, в принципе, это не проблема. Давай, 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 бей как раз, блин. Обидно, почти только что добили. У меня, в принципе, есть недомогание, надо Фобушку просто разобрать. Там еще хладный тоже мешает. Все, изи, ребят. Это изи, изи битва гильдий. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Все, всем удачи, всем пока. А, нет, подождите, какое пока? Сейчас посмотрим, сколько мы еще набьем. Это будет наш новый результат. Новый рекорд. А, как хорошо, кофеек с утра идет. У кого-то утро, у кого-то уже обед. Итого 2515 для 86к, вообще изи, посмотрите, как я заскочил в топ. Вот такие вот дела, ребят, пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.